1, 2, 3, 4, 5. Вы на канале Good Family Life. Всем привет! И сегодня мы снимаем новый челлендж «Угадай сок по вкусу». У нас есть вот такой вот стаканчик, в который мама нам будет наливать сок. И чтобы мы не видели ни цвет, ни запах не чувствовали. А также у нас есть листочки и фломастеры. И мы будем пробовать, а потом писать наш вариант. Ну а перед началом этого видео обязательно спуститесь под него и подпишитесь на наш канал. У вас есть 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Если успел, то красавчик. А если девочка? То красавица. Ну а мы начинаем. Итак, у нас первый раунд. Сок уже здесь. Я пробую первый. Я пробую первый. Боюсь. Я ничего не поняла. Дайте мне, пожалуйста, всю пачку, я попробую еще, да? Ну и? Можно он просто кисленький, и все. Я попробую написать, я подумаю. Ладно. Давайте, пишите. Что-то прям пишут поэму целую. Все, я все. Так много. Раз, два, три. Яблоко, виноград у Вики, а у Леры? Персик, яблоко. Персик, яблоко. Яблоко, виноград, яблоко. А сейчас просто яблоко. А вот и нет. Или вообще не яблоко? Яблоко там есть, а второй компонент ни одна, ни другая не угадали. А что там? Это было яблоко, вишня. Яблоко, вишня, ты угадал. Вообще на вишню не похоже. Может, из-за вишни он... Кисленький, да. Я думала, я угадала. Я тоже думала, я угадала. Ну ладно. Сейчас у нас 0-0. И у нас второй раунд. Пробуй теперь ты первый. Я опять боюсь. Это оказывается так сложно. Что сложного? Нормально на вкус определить сок можно. Я, мне кажется, догадываюсь. Я тоже. Пишите. Итак, Лера. Персик. Вика. Персик. Угадали, да, на этот это раз. Это очень похоже. Очень похоже на персик. Угадать, наверное. Наверное, да. Как бы с такими штучками. С мякотью. Кисленький. Немножко погуще он, чем многие соки. Угу. Ладно. У нас по одному баллу. 1-1. Итак, у нас третий раунд. И... Третий сок. Это уже посложнее будет. Я по Викиному лицу что-то хочу его пробовать. Чем персик. Там какие-то кусочки плавают. Мякоть. Ну и? Я не знаю. Ну куда еще? Я тоже третий раз пробую. Думали, все будет так просто, как персик. Вот и нет. Ну, я предполагаю. Давай, пиши. У меня два варианта. Либо... Пиши один из двух. Либо... Записывай. Так, ваши версии. Яблоко, персик. А я хотела написать, но подумала персик, слива, потому что какой-то кислый. У тебя какой вариант, Лера? Персик, слива. Персик, слива? Нет. А я угадала? Яблоко, груша. Да ну, опять! Ну я как-то думала над грушей. Так и остается, 1-1. И у нас четвертый раунд, по-моему, да? Да. Правильно. Наконец-то я пробую. Ой, давно не пробовала. Вообще, давно не пробовала. И? Скажет, я ничего не поняла. Или поняла? Вот что ты так сморщилась? Он что, кислый? Какой-то он странный на вкус. Да, очень странный. Странный на вкус?
Я вот помню, что все эти соки я пила, но вкусы я вообще не понимаю. Ну что ж теперь делать? Записывайте, что придумали. Мы что-то все по два пишем. Только персик был. Так, у Леры. Яблоко, слива. Мультифрукт. Вика угадала, это мультифрукт. Два, один. Раунд номер 5. О, английский знаешь. Что? Какой-то мелкий. Попалась в раунде пятом. Лера каждый раз сморщится, как будто там ей не сок налили, а уксус. У меня опять такой же вариант. Какой был когда-то. А у Вики? У меня нет вариантов. Так и пиши, вариантов нет. Мне два варианта, но я думаю, может быть это, может быть это не то. Я не знаю, вообще есть такой сок или нет, но... Есть такой сок в природе, в принципе, или здесь, среди наших? Так, ну что написали? Персик, слива. Яблоко, персик. Вика угадала. Да! Яблоко, персик. Где ты сливу-то там учуяла? Да, она просто везде пишет сливу, когда-нибудь угадает. Я уже была персик, слива. Яблоко, персик. Да, оно горькое, а я люблю яблоко. Суп, вкус сока. Ну, а сливы там точно нет? Да, сливы тут нет. У нас раунд номер 6. Пробуйте. А я должна пробовать, да? Ну, пробуй уже, раз взяла. Весь только не выпей. Вики, оставь попробовать. Знакомый вкус, блин. Я знаю. Какой такой, блин? Знаешь? Угу. А ты не угадала? Это легкий вкус. Пиши давай бегом, пока не забыла. И сейчас будет фейл, если я не угадаю. Такая, о, это легко. Легкотня. Я не знаю, правильно это пишется или нет. Но? Цитрус. Апельсин. Апельсин? А почему цитрус? Как я помню, что цитрус был. Бывает цитрусовый микс. Да. Когда там грейпфрут или лимон с апельсином, да? А это просто апельсин. Горький, кислый. Апельсин. Какой счет-то у вас уже? Угу. По-моему, Вика в отрыве. Вот, да. Так, следующий можно, раунд. Если... У нас следующее. 7-й раунд. Да. Давай, Вика, первая, пробуй. Давай. Ну, в прошлом раунде, кстати, наверное, можно Лере засчитать 0,5, потому что апельсин это же вроде тоже цитрус. Ну да, из семейства цитрусовых. Фу, на. Я не буду это пить. А отгадывать будешь? Вот это точно знаю, что. Ну-ка дай. Вот это точно знаю, что, но ну-ка дай, я еще попробую. Я предполагаю, что это? Пишем. Лера такая сейчас напишет опять. Ха-ха-ха. Так. И это? Яблоко слива. Яблоко слива, точно. А у тебя персик слива, да? Это говорит, я точно знаю. Точно, да? Один компонент угадала. А у нас уже 5 и 1,5. Угу. Яблоко слива было. А у нас 8-й раунд. И 8-й сок. Сейчас я пробую. Пробуй, пробуй. Могущественно тебе делаю, чтобы ты не угадала. И ты не угадаешь. Он невкусный. На морковку не похоже. На какую морковку? А на что похоже? Обычно говорят, он очень кислый. Кислый, правильно. Это даже скорее не сок, а что-то другое.
Так, пишем. Кто подглядывает к Вике? Так ненавязчиво, так раз. Спасибо, класс. Списывальщица. Я забыла, как это пишется. Что-то длинное написала она. Хорошо, давай. Списала у меня. Давайте, показывайте. Ягодный морс. А у Веры? Ягодный микс. Неправильно прочитала две буквы. Неправильно списала. Правильно, ягодный. Там клюквенный морс. Морс! Ну, микс, в принципе, тоже может подойти в данном случае. 6. Один или два? Ничего. Ну, можно по 0,5 лире дать за сливу. Там была слива в одном соке и еще за цитрус 0,5. 6,2? 6,2, да. Я обиделась. Читать не умеешь просто. Я увидела только ягодные. Дальше ты закрыла. Нечувствительно. И ты придумала дальше, когда назвать? Да, я думала микс. У нас... Девятый раунд. Я боюсь, когда она пробует, просто она все это не угадывает. Ну, это просто. Пробуй и угадывай. Угадывай, не подглядывай. Я поняла, это легко. Я просто по первой букве у меня, да, поняла? Я не видела твою первую букву. И это... Яблоко. Точно. Но это самый известный сок. Сам, наверное. Самый такой это, узнаваемый. Uh-huh. Ну и апельсин тоже. Нет. Но моноцитрус. Да-да. Что там у нас уже? Я написала не цитрусовый микс, а цитрус. Значит, апельсин. Все, у меня один балл. 7-3. Мне пальцев уже не хватает. Почему 7-3, если всего 10 раундов должно быть? Нет, так она 3 угадала, я 7 угадала. Это раунд. Ой, фу, баллы. А, баллы? Да. Из 9 раундов 10 баллов? Как так? Да почему? Мы же иногда одновременно угадываем. А-а-а, понятно. У нас 10-й раунд. Раунд номер 10. Давай, пробуй. Ну, я думаю, вы сейчас угадаете. Надо проглотить слюни. Сейчас не угадаем. Которые у меня с прошлого сока были. У меня просто я никогда не глотала эти слюни, поэтому ну, да. От каждого сока оставались. Что, угадала? Я же говорю, что должна угадать. И та, и другая. Это два ингредиента или один? Не понимаешь? А. Я поняла. Это мой любимый. Наверное. Да хватит списывать. Я не смотрела, я знаю. Ну-ну. Но немножко скосила глазки. Так я посмотрела, она топишь или нет. Потому что я думала, что я напишу правильно. Правильно она пишет или нет. Так, и это... Ну давай. Как яблоко и виноград. Да. Точно, ваш любимый сок. Яблоко и виноград. 8-4, я выиграла. С отрывом в 4. Совсем чуть-чуть отрывом. Вкусненько вам было? Да, ставьте лайкосик, если любите соки. Не, ну как я могла не угадать мультифрукт, если мой любимый сок? Вот такой челлендж у нас получился. Если вам понравилось это видео и вы хотите еще подобные челленджи, то отвечайте «да» в подсказке, которая вылезет сейчас здесь. Ну а также обязательно подписывайся на наш канал. Давайте уже наберем до 7 июня 800 подписчиков. И ставьте лайки. До новых встреч, пока. До новых встреч. Давай. До новых... Давай нормально. До новых встреч. Пока.